Александр Смоллер завершил сезон в Еврокубке Формулы Рено. Финальные соревнования серии состоялись в Абу-Даби. Гоночный уикенд складывался для пилота молодежной программы SMP Racing непросто. Болид россиянина преследовали технические проблемы, а сам Александр достаточно трудно вкатывался в трассу. Впрочем, все это не помешало россиянину заработать важные очки в обеих гонках. Первый Александр Смоллер занял 4-е место, а в последнем субботнем заезде стал 6-м. По итогам завершившегося сезона 18-летний гонщик из Южно-Сахалинска стал 3-м. За время стартов Смоллер записал в актив 3 победы, 6 вторых мест и 1 бронзу, набрав по итогам сезона 225 очков. Чемпионский титул в Еврокубке Формулы Рено оформил британец Оскар Пиастри. Второе место по итогам сезона завоевал француз Виктор Мартинс. Трасса Яс-Марина в Абу-Даби не успела остыть от финальных гонок сезона, как организаторы Еврокубка Формулы Рено пригласили пилотов на тесты. В заездах приняли участие 22 пилота из нынешней обоймы Еврокубка, плюс 8 претендентов пригласило подразделение Рено Спорт. В двух сессиях доминировал Маттео Нанини, который показал самое быстрое время. А в категории новичков лидировал пилот молодежной программы SMP Racing Михаэль Белов. Стоит отметить, что первая сессия оказалась для Белова довольно трудной. Но во второй половине дня российский гонщик научился использовать всю аэродинамику автомобиля в поворотах. И это тут же принесло свои результаты.